эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Афенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Уберите рекламу. Вопрос незаконной эксплуатации рекламных конструкций обсудили на очередном заседании комитета. Просто о сложном сотрудники ВНЕФ провели для воспитанников Дворца детского творчества «Атомный квест». Море цветов в художественной галерее открылась выставка художников Сарова и гостей города. Далее расскажем обо всем подробно. Истек срок договора о демонтаже рекламных конструкций, однако подрядная организация, выигравшая аукцион на их снос, свои обязанности не выполнила. Реклама продолжает висеть на счетах. Как долго коммерческая информация будет размещаться незаконно? Есть ли механизмы, чтобы повлиять на ситуацию, разбирались депутаты на очередном заседании Думского комитета. История с наружной рекламой в Сарове длится много лет. Долгое время размещали ее бесконтрольно, и бюджет не получал доходов. В 2017 году прошел конкурс, в результате которого два лота выиграли компания «Два Аякса», а один «Ударник». Обе организации предложили беспрецедентные 100% размещения социальной рекламы. Это от кого заявка? От «Два Аякса». «Два Аякса». Предложение участника конкурсу по критерию К2. Предложение по размещению социальной рекламы в процентов от годового объема распространяемой рекламы 100%. Вот номер 2. Так, заявка на участие. Форма номер 1. Общество с ограниченной ответственностью. 2. Аякса. Предложение по размещению социальной рекламы в процентов от годового объема распространяемой рекламы. Критерий К2. Предложение участника 100%. Заявка на участие в конкурсе на вот номер 3. Заявитель общества с ограниченной ответственностью «Ударник». По размещению социальной рекламы в проценте от годового объема распространяемой рекламы. Критерий К2. Предложение участника 100%. Однако за 5 лет 100% социальной рекламы на счетах город так и не увидел. По отчету контрольно-счетной палаты за 2017-2020 год в Сарове размещалось не более 6% социальных материалов на муниципальных местах. В конце марта этого года истек срок договора с победителями конкурса. И согласно федеральному закону о рекламе, организации, размещающие рекламу, должны убрать ее со счетов в течение 3 дней после окончания действия договора. Значит, когда он закончился, то те организации, которые эксплуатируются, они эксплуатируют эти рекламные счета, они должны убрать эти счеты? Да. То есть прямо в договоре, это в стандартном самом деле. В договоре есть, они тоже демонтировать, да? То есть и вы аукцион не будете проводить до того, пока данные щиты находятся на тех местах. Да. Администрация направила собственникам предписание о демонтаже старых рекламных конструкций, однако убирать их никто не спешил. В бюджете города на демонтаж заложили 500 тысяч рублей и провели аукцион на выбор подрядной организации, которая займется этим вопросом. Но и здесь дело не сдвинулось с мертвой точки. Договор не исполнен, это ООО «Мартин», фирма, заключен по результатам открытого аукциона муниципальный контракт на демонтаж всех рекламных конструкций. Победила фирма 31 мая. Сроки 31 мая. Вчера. Победила фирма «Мартин», она свои обязательства не исполнила. Ну понятно, то есть вы будете расторгать? Да, скорее всего будем расторгать, ну не скорее всего, а... Я не помню. Ну это муниципальный заказ. Кугукин сам? Да, да. А, ну, Мартин, очевидно. Очевидно. Сергей Кугукин, депутат 6-го созыва Саровской думы и главный редактор СМИ группы компаний «Два Аякса». Срок демонтажа конструкции истек 31 мая, однако на счетах по-прежнему можно видеть коммерческую информацию, причем она регулярно обновляется. Вопрос народных избранников докладчику о том, внесут ли организацию ООО «Мартин» в реестр недобросовестных подрядчиков, остался без ответа. А реклама меж тем продолжает висеть на счетах незаконно, принося прибыль их владельцам. Сегодня рекламные конструкции стоят, эксплуатируются без разрешения. И сейчас мы думаем, как действовать дальше. Потому что срок договора истек только-только на днях. Он не исполнен. Поэтому будем думать, как в этой ситуации поступить. Народные избранники решили не думать, а действовать. В ближайшее время в правоохранительные органы направят письмо от депутатов с просьбой разобраться в ситуации, провести проверку и привлечь виновных к ответственности. Вода из источника «Серебряные ключи» не соответствует бактериологическим показателям, сообщает межрегиональное управление номер 50 ФМБА России. Перед тем, как пить, эту воду рекомендуют кипятить. А вот вода из источника Святого Владимира соответствует гигиеническим нормативам. Это показало повторное исследование. Другая важная информация в подборке коротких новостей.
Еще 7 государственных услуг можно будет получить в электронном виде, в их числе запись на прием к нотариусу. Сервис будет иметь 2 опции. Одна позволит записаться на прием по вопросу, связанному с открытием наследственного дела или получением свидетельства о праве на наследство. Вторая – на прием по всем остальным вопросам. Также электронно можно получить выписку из бюро кредитных историй. Предприниматели смогут получать сведения из реестра инвестиционных советников, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке и других. Новые опции будут доступны круглосуточно на едином портале государственных и муниципальных услуг. Туристические чартеры к лету запустят во все федеральные округа. Программа пополнится рейсами во Владивосток, Тобольск и Чечню, сообщили в Ростуризме. Чартеры по России стартовали в 2020 году. За 2 года сформировано более 20 парных направлений. Благодаря госсубсидиям цены на чартеры в 1,5-2 раза ниже, чем на обычные рейсы. Полисы ОСАГО подорожали впервые за 3 года. Цена полисов ОСАГО для легковых авто в мае составила 5800 рублей. Сумма выросла на 9% по сравнению с январем, следует из данных Сравниру. Основной причиной тому стало подорожание запчастей. При этом урегулировать убытки по страховкам, проданным в конце прошлого года и начале 2022, компаниям придется уже по новым расценкам, узнали «Известия». Чтобы компенсировать такие расходы, около 80% полиса обязательной автогражданки в 4-м квартале текущего года могут быть проданы по максимальной стоимости в рамках тарифного коридора, сообщил директор по развитию страхового бизнеса Сравниру Александр Крайник. Просто о сложном сотрудники ВНЕИ провели для воспитанников Дворца детского творчества атомный квест и рассказали о профессиях, востребованных в ядерном центре. Подробности далее. Чем занимаются ученые, инженеры и научные сотрудники Российского федерального ядерного центра? Весь учебный год ВНЕИ и Дворец детского творчества проводили занятия в рамках многолетнего проекта «Профтренд» и рассказывали школьникам города о разных профессиях, востребованных сегодня и в нашем городе и по всей стране. Заключительное мероприятие этого сезона состоялось в День защиты детей. Для воспитанников Дворца детского творчества специалисты ядерного центра провели атомный квест. Сегодня с нами работники подразделений помогают ребятишкам поверить в маленькое чудо, сделать кондитеры, пирожные, изучить правила спецколонны, движение спецколонны, узнать законы физики и провести сложный эксперимент. Еще у нас есть штурманы. Они узнают вместе с ребятами, что такое глобус, меридианы и параллели, как двигается самолет и каковы законы навигации. Еще одна станция – криптография. Основу шифрования ребятам помогал освоить сотрудник конструкторского бюро. Дети познакомились с историей криптографии, узнали основы современной науки. Я был на станции криптография, мне там очень понравилось. Там были всякие поделки. У моей соседки была пословица «Болтун – находка для шпионов». А у тебя что было? Я еще не разгадала. Без физики в Федеральном ядерном центре никуда. Любовь к этой науке детям на квесте прививала новичок проекта Дарья Фильченкова. Она рассказывала о простых экспериментах и делала с детьми голограмму. Есть эксперименты, рассчитанные на более старших детей. А я принесла эксперименты, которым порадуются и малыши. Например, они увидят необычные гальванические покрытия, летающий карандаш, шагающую пружинку, узнать, что такое энергия. На станции «Штурман» ребятам объясняли, как связаны математика, география и авиамаршруты. Ребята с увлечением выполняли задания, отвечали на сложные вопросы и радовались, когда все получалось. Я сейчас на станции «Штурман», но мне понравилось прокладывать всякие маршруты до Африки и до Южного полюса. И я узнал много всего нового. А что именно узнал? Что, где, например, живут пингвины и белые медведи. Также участники атомного квеста получили приятный подарок, сделанное своими руками пирожное. В следующем учебном году проект «Профтренд» продолжится, и Дворец детского творчества вновь распахнет свои двери для будущих светил российской науки. «Море цветов» в художественной галерее открылась выставка художников Сарова и гостей города. В экспозиции представлены натюрморты, которые мастера написали в разное время в стенах галереи. Пионы, тюльпаны, розы, сирень – 60 натюрмортов можно увидеть на новой выставке в художественной галерее. Она называется «Море цветов». И название не случайно. Цветов здесь действительно море. Самых разных – и полевых, и декоративных. Авторы работ в основном саровчане, но есть и художники из Москвы и Берлина. Объединяет все эти натюрморты одно – они были написаны в разное время в стенах художественной галереи. Выставка была задумана год назад, когда мы устроили марафон натюрмортов и каждую неделю ставили новый натюрморт
И звали художников, чтобы они написали свои работы. Так собралось несколько десятков работ. Всего на выставке более 60 работ 12 художников. Есть написанные маслом или акварелью картины, есть графика. Среди авторов и давние друзья галереи, чьи работы здесь неоднократно выставляли, и новички. Здесь есть работы художника, с которым мы познакомились год назад, которая вот как раз, набравшись смелости, пришла сюда в художественную галерею и тоже стала писать натюрморт. До этого она не участвовала в выставках здесь, в художественной галерее. Мы познакомились, и уже на прошлогодней осенней выставке художники Сарова она принесла свою первую работу. Традицию писать натюрморты галерея возобновит со следующей недели. Весь июнь по понедельникам любой желающий может прийти со своими материалами, чтобы погрузиться в творчество. Для этого на втором этаже в интерьерах выставки «Море цветов» оборудовали специальную зону. Сама экспозиция продлится до конца месяца. Посетить ее можно в часы работы художественной галереи для лиц старше 6 лет. ВПК «Разведчик» завершил год яркой победой. В смотри-конкурсе военно-патриотических клубов региона младшая возрастная группа взяла второе место в итоговом зачете. Подробности расскажем в следующем репортаже. Сборка и разборка автомата на время, снаряжение магазина патронами, метание гранаты, строевой смотр. Такие испытания ждали юных воспитанников ВПК «Разведчик» на смотре-конкурсе военно-патриотических клубов. Одно из самых непростых заданий – пост номер один. Ребята держали караул у вечного огня. К конкурсу готовились долго, каждое движение оттачивали десятки раз. Приходилось приходить каждый день. Из-за этого ноги болели очень сильно после этого. Потому что мы старались маршировать и должны были смотреть, как идет твой напарник, и нужно было подобрать с ним темп. Из-за этого приходилось очень сильно стараться и смотреть боковым зрением. Упорство и долгие тренировки принесли свои плоды. В итоговом зачете младшая возрастная группа стала призером, заняв второе место. Илья занимается в клубе 3 года. Первое время было тяжело отжиматься на запястьях и на пальцах, вспоминает мальчик. Сейчас у него даже получается отжиматься на 3 пальцах. В клубе «Разведчик» занимаются и девочки. Мария Иванова пришла сюда только осенью и уже успела с ребятами принять участие в военно-полевом выходе. Военно-полевые выходы – это мы живем в палатках на природе. Вначале мы собираем хворост для печки. Сложно бывает это ночью следить за печкой. Если печка потухнет, ночью будет холодно. Поэтому надо тщательно следить за ней. Александра Суханина в клуб привел двоюродный брат около 4 лет назад. С ребятами быстро подружились. Сейчас как большая дружная семья, рассказал юноша. Свои навыки ребята часто демонстрируют на разных конкурсах или патриотических мероприятиях. Особенно Александру запомнился выезд в город Глазов. Было интересно. Например, во второй, по-моему, день была полоса препятствий. Оттуда можно подчерпнуть много новых знаний, которые мы хотели перенести сюда, то есть что-то здесь попробовать, например, из веревочного курса элементы. Также запомнилось, когда мы плавали на лодках, тоже соревнования были. На занятиях ребята занимаются спортом и армейской подготовкой, учатся выживать в полевых условиях, ориентироваться на местности. Помимо этого, воспитанники особое внимание уделяют изучению истории. Военно-патриотический клуб «Разведчик» на базе Центра внешкольной работы существует уже более 20 лет. Наши педагоги готовят ребят для службы в армии, чтобы ребята могли защищать нашу родину тогда, когда это необходимо будет для нашей страны. И тем более мы все с вами знаем, что особенно сейчас – это очень актуально, патриотизм развивать в молодом поколении. Хотя это было всегда и будет всегда. Наше молодое поколение должны знать историю своей страны, должны любить свою родину и в нужный момент встать на ее защиту. Стать участником военно-патриотического клуба «Разведчик» может каждый желающий до 18 лет. Достаточно просто прийти в клуб здоровья на Силкина 10-1 или написать в сообщение группы. И это все, чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.